На трассе Перми-Екатеринбург на Урале перевозившая 13 тонн пива фура врезалась в грузовик, внутри которого находилось 15 тонн пельменей. Инцидент произошел вечером 2 апреля, сообщили пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за плохой погоды. Мужчина, 53 лет, находившийся за рулем, перевозивший пиво фуры «Мерседес», не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «ДАВ». В результате столкновения фура с пивом улетела в кювет и опрокинулась. Водителя доставили в медицинское учреждение Красноуфимска для оценки состояния. Данных о том, пострадал ли груз, нет.